В Югре начала действовать система экстренного реагирования при авариях «Эроглонас». Она позволит снизить уровень смертности и травматизма на дорогах, поскольку значительно сокращает время реакции на чрезвычайные ситуации. Устройство, установленное в автомобиле, через спутник определяет местоположение пострадавшего, передает необходимые данные об аварии в контакт-центр. Оттуда информация поступает в региональную систему 112. Совершить вызов можно и вручную нажатием специальной кнопки «СОС». За время введения в эксплуатацию системы «Эроглонас» на территории автономного округа уже зафиксировали 3 ДТП. Получив сигнал, скорая была на месте уже через 25 минут после происшествия.